5, 4, 3, 2, 1. Шутейка. В общем, я решил снова записать, почему VP Expo такой не очень. Потому что в прошлый раз получилось что-то не очень. Ну просто VP Expo заражает своей никчемностью. В общем, больше не слово, а в общем, получилось не очень. То есть получился такой большой рынок и, мягко сказать, ни о чемный. Было скучно, то есть как шоу смотреть просто не на что. И, ну, максимум это такой, знаете, рынок. Ну вот у меня возле метро периодически появляются ярмарки. Но почему-то эти ярмарки не создают группы ВКонтакте, там типа ярмарка 2018, Москва, метро, там Скобелевская или еще какая-нибудь. Типа того, то есть без пафоса. Вот. Ну и было просто скучно. Как шоу смотреть не на что, а то, что было, на это просто смотреть было позорно. Смотрим в группу ВКонтакте, то есть сами организаторы такое чувство, что то ли устали, то ли обленились, то ли не хотят делать ничего. Фото с выставки, ну, просто ущербные, то есть это кто-то фотографировал на свой сотовый телефон. Это, конечно, замечательно, но тут всякие микросмазы и прочее, то есть это чуть-чуть за ни о чем, какая-то ерунда. Вот. Вообще какой-то трындец. То есть меня, например, поразило, что на выставках вот с этими девайсами, на эти девайсы не направлен свет. То есть приходилось их разглядывать за витринами, ну, как в магазине. То есть, в принципе, я, чтобы посмотреть на девайс, могу в магазин пойти. Вот. Это, ну, я не знаю. Это, короче, как-то странно. Какие-то танцующие девочки, это просто. Я постараюсь в видео быть кратким, но это просто это какая-то ущербная хрень. Ну, посмотрите на это, они просто дергаются. Они в разные стороны просто дергаются. Вот та вот на заднем плане, она вообще куда танцует? То есть она то в одну сторону, то в другую, то еще непонятно. Что она вообще за херню вытворяет? Вы гляньте. Я это даже не сразу заметил, но. И это дэнс-шоу. Вы извините меня, это не дэнс, и это не шоу. Это просто какая-то толпа малолеток, полураздетых. Причем все вот эти девушки, я сам не высокий, но они примерно мне вот такого вот какого-то роста даже на каблуках. Короче, это позорище, ребята. Это что за позорище? Вот. Я думал, там можно будет набрать хоть какой-то халявы. Я так и не понял, что именно там можно было халявного набрать. Я ни наклеек ничего не нашел. Может, халяву давали вчера, то есть позавчера. То есть, в общем, в первый день, ну, как-то. Я ожидал хотя бы какую-то наклеечку или типа того, там, я не знаю. Вот, но не получилось. И, ну, например, заходим в группу, да, видим какой-то короче, сратый Батарейкин, как он попал в партнера? Вот вы вообще головы свои думаете, как это? И прочие какие-то бабилонские мрази. Вы меня извините, в Бабилоне вы пробовали доставку организовать? Как у них там все организовано? Что нету самовывоза, то есть он есть, но вы должны из всех каких-то миллиарда точек на карте выбрать ту, в которую вы хотите это привезти. Я вот не хочу, я хочу самовывоз конкретно в магазин. А в итоге вам говорят, что самовывоз будет вам стоить от 140 до 180 рублей. Ну, какие-то пункты выдачи. Господи, кто пользуется пунктами выдачи? Что с вами не так? Серьезно, вообще дурь какая-то полнейшая. Вот, и. Ну, то есть, просто скучно. Вот, например, то, что я так прошелся мимо, просто пофотографировал, то есть можно видеть, что мои фотографии примерно на уровне фотоотчета. Вот. Ну, а мои фотографии сделаны в телефон. То есть вот здесь вот чувак сидит и пялится на жопу вот этих вот телочек. Это прям замечательно. Вот это вот убожество, на которое просто смотреть, ну, невозможно на это было смотреть, это вообще какой-то трындец.
Вот эти вот шорты, врезанные в задницу, рядом с которыми все фотографировались. Опять же, ну, я то есть не против, но я просто такого, что-то я вообще не заценил, не оценил, не понял. И нафига оно такое, нифига себе тут чувак рюкзак набрал, жижи там, не сколько. Потому что вот эти вот полуголые девочки, они непонятно, как бы, они там к чему, то есть... Они не парят, они не рекламируют продукт, они как... Ну, короче, нахера так делать? Это глупо, блин, господи. Я не хочу это объяснять, но это вот это просто глупо. Вот, ну и мы видим в группе ВКонтакте, что, ну, прошла выставка и чего? Что что-нибудь поменяется на этой странице? Нет, ну, видимо, не поменяется. Где у нас какие-нибудь итоги? Ну вот итоги. Нажимаем итоги. Купить билет. Итоги. Итоги 9, 9, ну, вот итоги 8, 10. Я не понимаю, где итоги вот 18 года. Нажмем итоги 9-10 декабря, допустим. Но опять же видим толпы баб. Зачем вот это вот делать? Их просто какие-то куча, толпы баб. И видно уже даже по уровню фотографий, что до этого было лучше. Ну и баб, соответственно, было больше. То есть здесь хотя бы были нормальные фоточки. Ого, сиськи меня так забанили. То есть, ну опять же, я не понимаю, вот зачем вот все вот эти сиськи сюда привлекать? Ну нафига вы так делаете? Вот этих каких-то просто какие-то лесбо-проститутки. Вот что это? Что? Что это такое? Блин, меня реально так забанят. И нахера тут столько баб? Вот сейчас количество женщин, на мой взгляд, было примерно процентов 10, между 10 и, ну, наверное, 20, ну, 15. Вот если взять всех их собрать, вот всех вот этих полуголых телочек в одно место, потом собрать всех участников, то окажется, что вот эта вот толпа, просто толпа баб, то есть, ну, реально процентов 10 от всего зала. Зачем так делать? То есть итоги конкурса. Вот какой-то есть парень, который пытается пускать колечки изо рта. Ну, окей, он что-то победил или что? Первое место, 40 тысяч рублей плюс атомайзер. И что? И где первое место? Кто победил? Я хочу почитать, кто победил. Я не понимаю, где, кто занял первое место, кто занял второе место, кто третье место занял. Я интервью хочу почитать. На чем парил, какой мод, какая намотка, почему, зачем, какая жишка, как готовился. Второе место, что сделал не так, что сделал так, почему не смог там победить. Там, я помню, анонсировали конкурс с пусканием торнадо. Где торнадо? Кто победил в номинации «Пускание торнадо»? Где? Вообще, вообще ни хрена нету. То есть, ну... То есть... Ну и после этого всякие там обзорщики будут выдавать ролики из разряда, что уже не то. Что в Apex уже не то. Ну и самое главное, где? Ну, я даже не знаю, трансляция, например, в интернетах. Ну, хотя бы камера где-то поставлена, чтобы она просто мониторила все происходящее, чтобы можно было зайти в интернет и глянуть, как там народ туда-сюда ходит или типа того. Ничего, просто ничего. Да, большой рынок, да, это да, ну такая ярмарка, вейп-ярмарка, вот что это было, это скатилось до вейп-ярмарки. Большой вейп-рыночек, на котором можно было по-дешмански затариться жишками, ну а больше там делать нечего. Ну, это печалька. В плане выставки, какие там новые моды выставлялись, что, куда там надо было смотреть, я так и не понял, вот абсолютно. Какие там новые решения там, что, сейчас я попробую даже стенд найти, как это примерно все выглядело. Ну, вот так вот. Стоит вот такая вот коробка и какие-то девайсы. Куда тут надо смотреть, сколько это стоит, это вещь хорошая, нехорошая. Что я должен оценить, видя разноцветные вот эти всякие какие-то вот платы. Просто ущербно, блин.
Ну, серьезно. Просто как-то это все ущербно. Короче, такое мое мнение. Мне как-то не зашло все это дело. Хотел что-то тут еще показать. Но сейчас я уже даже не вспомню. А, хотел, конечно. Давайте мы загуглим. Веб-экспо 2018. Вот, может быть, я слишком многого хочу от интернетов. Стрим веб-экспо 2 дня назад. Окей, давайте посмотрим на стрим. Друзья, начинаем наш прямой эфир. Скажу, экспо уже не тот. Это вот прям однозначно. А большой стенд Red Coil'ов представляют новые дрифты. Космонавт попозже разложим. Сейчас это первый стрим отсюда, и будет он в формате просто легкой прогулки. Привет, Паш. Как видно, пара мало, народа мало. И зал практически. Ну это в пятницу, то есть, ну ясен пень, что в пятницу народу действительно будет мало. Ну окей, ладно. А где дальше? Где, например, стрим в субботу? Нету. А где стримы, ну еще какие-то стримы? Тоже нету. То есть в интернетах до сих пор нет ни видеоотчета, ни фотоотчета. Нет, вот новинка, посмотрите, новинка WebExpo следующая. Ну-ка, нажмем новинку. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами ваш парниша Беб. И сейчас мы вместе с вами входим... Парниша Беб говорит, когда он... Выкинули ребята из манны сумасшедшие, то здесь у нас была практически тишина. То есть буквально иногда пару возгласов, буквально пару хлопочков. Люди прям скучали, прям скучали. А при этом именно, так сказать, на стендах тоже люди были не особо приветливы. То есть вот как можете заметить, я сейчас прохожу мимо многих стендов, и люди вообще никак не реагируют на то, что их снимают. И мало того, что не реагируют на то, что их снимают, а мало людей реагируют на то, что ты подходишь к их стендам. То есть ты подходишь, а на тебя смотрят, типа, что? Здрасте. Это, кстати, Стас. Стас Вапор Плейс. Я думаю, многие его знают, крутой мужик, большой ему привет. Вот, и ты подходишь к стендам, и как-то к тебе не то чтобы холодно, а как-то вот вообще никак. То есть, если на других экспо ты подходил, и к тебе сразу подбегал весь персонал, и все хотели тебе что-то рассказать, что-то поведать, то здесь уже видно, что никому особо ничего не интересно. То есть, вот здесь сейчас сидят три мужика, и труд о своем, я снимаю их стенд, и у них не возникает ко мне вопросов или предложений, что снимите нас, мы расскажем о своей продукции, нам интересно, чтобы о нас узнали. Нет, нет, мы занимаемся своими делами. Урбан, некогда, кстати, крутая жижа, вот сейчас мы на их стенде, непонятный какой-то арт-объект получился. Опять же, да, вот я снимаю девчонку, она типа, че ты мне... А, так это был стенд, я реально видел этот стенд, то есть я мимо проходил и так, вот что это вообще такое, туда можно сходить, нельзя заходить, и я тупо прошел мимо. Че ты меня снимаешь, я тут водичку пью, и вообще у нас на стенде никого нету. Вот как это, ребята? Вот, я думаю, многие меня поймут в комментариях и не будут сыпать дизлайки, потому... Блин, согласен, подписываюсь под каждым словом. Вот. Просто подписываюсь под каждым словом. Это было настолько скучно. Ну и... Что-то я вот даже ходя вот по всему этому стенду, в какой-то момент он просто так подозверел. Подошел к стенду Эль Тандера и выдал: покажите мне эту вашу дрипку. Что им, конечно, не понравилось, они попытались пошутить, но я посмотрел на их дрипку, и она меня не впечатлила. То есть дрипка у них реально, ну так, ну лучше фобии, но не лучше батлдека.
45 секунд, и я уже подхожу к концу выставки. То есть, все, я прошел все ряды, показал вам все стенды и все достопримечательности, которых не было на Vape Expo. Вот так вот он и выглядел. И я даже не знаю, пишите комментарии со своим... Просто плюсую. Вот именно так отстойно это и было. Да блин, чё я так делаю много ошибок? Ну да, вот так это было. Это было просто ни о чем. То есть в плане выставки, вот я первый раз был на этом Vape Expo, но я не понял, куда именно там надо смотреть. Вот куда надо смотреть, что именно. Ну и самое главное, это все-таки от организаторов зависит. То есть я, конечно, пытаюсь быть кратким, но... Вы сами поймите, просто скукота, скукотища. То есть вот эти вот всратые тёлочки, они мне, отлично, на мой взгляд, они многих бесят, и многим не нравится, что ты приходишь на выставку, посмотреть на девайс, там, пообщаться, может быть, с какими-то мужиками, и туда-сюда, ходят толпы, полуголых баб. Вот мне это непонятно, то есть это проститутки или что они там делают. Я в стрип-бар зашел случайно или как, как это вообще называется, то есть... не понимаете это. Ни хера не могу понять. Ну и в целом, в группу мы зашли. Никаких итогов, победителей, чего, кого, куда. Ничего мы там не нашли. В канал зашли, или мы не зашли в группу, сейчас подождите, в Vape Expo. То есть, Я уже забыл, рассказывал ли я про победителя, которого они тут написали в Cloud Battle. Рассказывали ли они про чувака, который пустил лучшие торнадо, они не рассказали там. Рассказали, не видео, ни хрена нет, то есть, я не знаю, то ли я повторяюсь, то ли нет, но настолько это скучно. Просто настолько это было скучно. Да, короче, вот так вот. Настолько это было скучно.